19 мая загорелся жилой дом в деревне Бабылиха Удомельского городского округа. По прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения горели два строения – жилого и дачного домов. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось вовремя локализовать пожар, не дать огню перекинуться на другие строения и распространиться по всей деревне. Пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. За период с 13 по 19 мая 2024 года на территории Верхневолжья ликвидировано 112 пожаров, на которых спасено 3 человека. К сожалению, 1 человек пострадал и 3 человека погибло. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались до ликвидации дорожно-транспортных происшествий. За отчетный период происшествий на воде не зарегистрировано. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01, с сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99. Сотрудниками группы наркоконтроля межмуниципального отдела МВД России Бежецкий задержан наркозависимый 29-летний местный житель. В багажнике машины ВАЗ, на котором передвигался фигурант, обнаружены 147 свертков с наркотическим веществом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Твери на набережной реки Лазурь водитель автомашины ВАЗ при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному автомобилю «Шкода» под управлением мужчины 91-го года рождения. В результате столкновения пострадали водитель и 20-летняя пассажирка «Шкоды».